До войны Кишинев был очень красивым городом. У меня самые теплые воспоминания о старом Кишиневе. Ну, Кишинев был очень красивый, очень приветливый город. Естественно, что город зародился намного раньше. Намного раньше. Может, на 200, может, на 300 лет раньше. А все города всегда зарождались у реки. Это в районе сегодняшней Мазаракиевской церкви. Кишинев, по сути своей, был центром вот, ну, Бессарабии. Он такой был торгово-промышленный. Здесь работали производства, здесь, как говорится, шла переработка. Стояли винокурни, стояли механические мастерские, в основном ремонтные. Это мазанки, маленькие улочки, деревянные дома и прочее, где жила наиболее бедная часть населения. Но это была и наиболее бедная часть города, и наиболее древняя, и которая разрушалась неоднократно. Ну что такое Кишинев? Это от Бычка два квартала вверх. А вот эта верхняя просто часть, она уже более интересная, потому что отдельные очень красивые домики, начиная от Штефана Челмари и выше. Часть из них сохранилась, а дворики были какие-то уютные. То есть я помню, внутри двора и у меня, и у других ребят было разделение внутренний двор, верхний двор, нижний двор. То есть что-то свое внутри. Потому что представь себе дворик, где живут семьи самых разных национальностей с детьми. Дети дружат, все далеки от каких-то такого типа проблем. Квартал, потому что опять-таки плотная вот получилась квартал, еще и ровный квадрат, то во всех дворах все друг друга практически знали. Кишиневе, как говорится, водопроводы были вот в верхней части города, у богатых людей. Значит, ниже там уже, как говорится, были вот, так называемые, как говорится, скважины, вот так называемые колонки. Я их видел еще, я застал, потому что они просуществовали вот в той же нижней части города, наверное, до конца 60-х, начала 70-х годов, пока не начали подводить водопроводы в дома. Их как бы раскачивали, и насос, некий насос как бы гидравлический, поднималась вода наверх, и люди пользовались. Ну, гигиена уборные в бедной части города были во дворе. То есть канализация была здесь наверху только. Часть канализации даже тогда, ну, скажем, из тех районов, где уже было какое-то решение стоков, сбрасывались в подземные галереи Кишинева, которым очень богат Кишинев. И даже сейчас водоканал Трест, часть канализации, которая обеспечивает Кишинев, они не знают, куда она, где она протекает и где вытекает. Во-первых, не было ни мощения улиц, не было ни водопровода, не было ни транспорта. Я имею в виду пассажирского транспорта, конки. Не было освещения города. Вот таким вот принял, можно сказать, Кишинев принял Карл Шмидт. А в 1903 году это уже было видно, что это современный европейский город. Хотя он уже в тот момент входил в первую десятку городов южной части Российской империи. В первую десятку городов. А уж в России очень много городов. Можно так сказать, он принял город как село, а когда он ушел, тоже был город. За историю.
архитектура. Это Кайверде. Это Касун Фетик Мас. Места для отдыха. Это столица. Столица. Это столица. Кишинев начинает у нас развиваться уже очень активно, не только после 1818 года, а конкретно, когда в 1834 году появляется план, утвержденный, и согласно нему уже начинается активное строительство. То есть уже с правильным расположением улиц. В 1838 году в городе Кишиневе появляется так называемый английский клуб. Цель этого клуба – ну, приятно провести время. Это было для чиновников, для дворян, для военных. Они приходили туда для того, чтобы побеседовать, для того, чтобы поиграть в игры. Там был буфет, был бильярд, была комната для игры в карты, и такое было. Был оркестр там, был театр. Архивные документы говорят о том, что в Кишиневе рассматривался бульварный парк и городской сад как единое целое. То есть это было что-то общее, это было место отдыха горожан. Например, в 1827 году уже 4000 саженцев было посажено, 55 скамеек, архитектурные сооружения в виде, например, китайского павильона в восточном духе. В 1860 году в газете «Бессарабские областные ведомости» мы можем прочитать о том, что из Берлина приезжает Людвиг Филиц и будет шикарный фейерверк в казенном саду, куда приглашают все желающие. Заранее были высланы афиши, и предполагался, кроме фейерверка, различные музыкальные развлекательные мероприятия для кишиневцев. Циркуляции, скажем, довольно такие были интенсивные, особенно в этих центральных частях города. Почему? Потому что здесь было много рынков, базаров. Люди стекались не только из Кишинева, из прибрежных сел. Сегодняшний наш центральный рынок, это так, он основан в 50-х годах 19-го столетия. До этого были другие базары. Был Старый базар, был Ильинский базар, был Вестерниченский базар и так далее. Базаров было много. И сейчас мы стоим на одном из самых интересных и, я бы сказал, самых важных, одним из самых важных мест Кишиневе. Здесь располагался Старый базар. То есть один из самых старых рынков Кишинева. Сам город возник как поселение в той стороне, ближе к Быку.
Но он бы так и остался обычной деревней, если бы не одно «но». Здесь рядом с ним пересекались большие торговые пути. Угу. И вот прямо на пересечении возник рынок. Как выглядело вот это место в то время? Да, сейчас здесь стоит роддом и скверик. А сама рыночная площадь, ну, практически совпадала с площадью этого сквера и с роддомом в центре. Это была площадь неправильной формы, достаточно обширная. Да. И по краям ее, ну, как обычно, располагалось очень много лавочек торговцев. То есть это были каменные дома. Это был практически самый центр Кишинева. Можно сказать, даже деловой центр. Здесь, опять же, покупали, продавали, общались люди. Еврейские, скажем, производители, продавцы построили много своих торговых точек. Они отличались тем, что была верхняя часть, где они продавали, и подвальные помещения, где и хранилась продукция какая-то. И вот когда велись строительные работы на центральной рынке, ну, там, конечно, ну, такая есть много подвалов, которые неизвестно куда шли, да, ну, в основном это остатки вот этих бывших построек. Ну, естественно, кто там торговал? Это приезжали крестьяне из сел, из ближних, из дальних, привозили в основном пшеницу, мясо, вино. Вот. Торговали местные производители, частники, которые разными мелкими, мелкоштучными товарами и, скажем, той мануфактурой, когда они мы сами производили, точильщики ножей, скажем, были ремонтные мастерские по обуви, там еще какие-то другие, целая куча. И хоть этот рынок, старый базар, не сохранился, я считаю весьма примечательным, что здесь построили роддом. То есть это место дало жизнь практически городу, как рынок. И сейчас здесь появляются новые кишиневцы, которые дают жизнь будущему городу, строят его, будут строить. То есть это очень символично? Да, это символично. Вот я вот еще застал кусочек, будучи совсем маленьким ребенком, застал кусочек Ильинского рынка, вот там вот как раз вот там, в нижней части города. Ну, там, во-первых, этот пятачок был гораздо больше, чем сейчас. Там очень интересное место, которое до сих пор сохранилось. Рынок здесь появился примерно в середине 19 века. Ну, просуществовал достаточно долго. То есть уже после войны он еще был, но начал уже постепенно сокращаться. Вот даже в 2009 году, ближе к улице Антон Пан, то есть на окраине бывшего Ильинского рынка, там еще были лотки. Ну, их уже срезали прямо в 2009 году. Сейчас уже нет ничего. То есть сейчас вид поменялся кардинально? Да, кардинально. Разве что улица, которая немножко совпадает с бывшей площадью. Как бы это вот часть еще того Ильинского рынка, какая-то была там торговая лавка, такая, наверное, была одна из таких вот каменных капитальных. Потом уже я помню лично, что остатки там из вот этого домика шла торговля керосином, там некий работал еврей, старый дядя Яша. Я помню, что меня родители посылали с канистрочкой металлической, специальной для керосина, и ходил покупать, и вот это я запомнил. Сначала он был застроен только по краям лавками. Потом уже это начало немножко облагораживаться, и лавки стали появляться по центру. Вот где мы сейчас стоим. Иногда кое-где, прямо по всей длине рынка, были иногда лавки. То есть, получается, по всей длине лавки стояли с обоих сторон. Да. И люди могли спокойно передвигаться и рассматривать товар. Ага, да. Понятно. Рассматривать, покупать товары. На моей памяти вот этот рыночек, там приезжали из сел туда, там продавали вино, там продавали брынзу, продукты разные. И, ну, как-то какое-то такое вот колоритное место было.
Отец рассказывал, что этот рынок действительно большой для центра города был как бы вот основным, где люди что-то покупали и там приезжали, там действительно был такой вот своего рода торговый центр. И со всей Молдавии туда на подводах съезжались крестьяне и торговали продуктами питания, вином, мясом. А также там стояли лавки галантерейные, где ткани продавались, потому что, видимо, какие-то хозяйственные вещи и так далее. По улице нынешней Диардице спускался раньше трамвай. Про трамвай? Интересно. Да, вот прямо где мы стоим. Спускался вниз и шел по Павловски. То есть здесь можно было высадиться, купить все, что нужно, сесть обратно в трамвай и поехать дальше домой. Первый общественный транспорт это какой? Это конный и гужевой. Конный это в основном всадники, да? Гужевой транспорт это на конной тяге и на тяге валов повозки. А позже уже возникли, скажем, городской транспорт, как ну, перед ним еще был. Это дилижансы различные для развозки людей в основном знати. Вот. Многие люди, конечно, передвигались пешком. А позже уже на основе дилижансов, на основе конной тяги возникли конки. Была, есть схема распределения этих конок по городу. И потом уже позже на основе конок, значит, до военный период, да, возникла трамвайная линия. Она сохранилась до 59 года, да. Улицы основного назначения старались ее покрывать камнем. Ну, там, где этого не было, там, естественно, были грунтовые дороги. Особенно окраины Кишинева. Это обычные грунтовые дороги, которые в дождь все расползалось, все это растекалось. Особенно нижняя часть Кишинева. Здесь, на окраине Ильинского рынка, стояла церковь, которая называлась Ильинской. Ее можно было видеть и с рынка, и с окружающих улиц. Каменная церковь была построена в 1806 году. Но до этого на этом месте стояла и деревянная церковь. Этой улицы Бонелеску-Бодоне не было. То есть она заканчивалась у Александра Чолбун. Расходилась в стороны двумя небольшими улочками. Располагалась она традиционно, то есть алтарь был расположен на восток, а вход был, ну, где сейчас улица Бонелеску-Бодоне. В принципе, поэтому ее и снесли, когда продолжали улицу. Вход там, алтарь тут, и мы где-то в середине церкви. Моего деда и моей бабушки абсолютно спокойные отношения были в обществе. Общество уживалось, и как-то здесь вообще не смотрели, кто здесь жили. Люди практически как бы не разделенные. По крайней мере, вот этот район, там, где вот Андреевская, Заикина, вот эти улицы Урицкого, там был абсолютно интернациональный район, где уживались и молдаване, и русские, и евреи, и поляки. Кишинев всегда был многонациональным городом, и Бессарабия всегда была многонациональным регионом. И, в общем-то, Кишинев и Бессарабия всегда отличалась дружеским отношением населения друг к другу. Еврейская община занималась всеми видами ремесел, которые были. Были ремесленники, были и кузнецы, и столяры, и плотники. Была промышленность еврейская. Было две или три еврейские паровые мельницы в городе. Были еврейские магазины. Были купцы, в том числе купцы второй гильдии. Были врачи, были известные врачи, которые среди еврейского населения была еврейская больница.
של פסח, שעושים את הקערה ומתחילים את הסדר, ליל הסדר. מדש, מוחץ, קרפס, מוחץ, מגיד, מחצה, מוציא. אוליסה אזיאצקה. Самая старая улица нашего города, известная еще с конца 18 века, и когда-то самая длинная улица нашего города, пересекалась с Тавриевским переулком. Мы стоим ровно на этом пересечении. Клином в это пересечение врезался большой двор, в котором на 7 апреля 1903 года было 7 квартир, одна бакалейная лавка, проживало 8 семей в количестве 45 человек, включая маленьких детей. 6 числа как раз начали собираться группы людей в районе Чуфлинской площади. Чуфлинская площадь в 1903 году находилась на границе 2-го и 5-го полицейских участков. Это была большая открытая местность, полная всевозможных увеселительных заведений. Кишиневский погром 1903 года начался именно на этой площади, где-то около 4 часов дня пополудни. 6 апреля – это был воскресный день, первый день Святой Православной Пасхи, и вся эта площадь была заполнена огромным количеством людей, большой толпой жителей близлежащих районов. Именно здесь, на этой площади, магазинчики и лавочки, которые принадлежали евреям, и полетели первые камни. Известно, что в еврейском погроме, как таковые, кишиневцы не участвовали. Участвовали люди, которых настропалили из пригорода или из пригородных сел. И компанию маргинальных личностей просто настроили на то, что нужно пойти там побить, поломать и просто пограбить. Этот трехдневный погром, конечно, был обрушен на самую незащищенную часть населения. На улицу обязательно выходили двери. Этим еврейские дома отличались от всех других домов, потому что евреи в основном вели либо торговлю, либо это были какие-то мелкие мастерские. Для клиентов была дверь, которая выходила, парадная дверь, которая выходила на улицу. А уже жильцы дома, они всегда заходили с черного двора, через кухню, попадая в дом. Несколько семей из этого двора спрятались в сараях. И, собственно говоря, погромщики в первую очередь, они кидались в эти сараи. Я думаю, что никто не ожидал ни 50 убитых и почти 600 раненых, более 500 раненых. И никто не ожидал такие жуткие подробности, которые стали известны. Выбитый второй глаз, беременная женщина, которую убили, изнасилованный ребенок. То есть никто не ожидал этих подробностей. Первой жертвой этого погрома пал Гриншпун, который со своей семьей прятался в сарае. Они залезли на крышу, на чердак. Погромщики увидели это, кинулись за ними. Убегавшие евреи попытались вылезти на крышу. Это им удалось. Каким-то образом они там продавили лаз на крышу. Затем началась вот эта совершенно бешеная погоня по крышам, закончившаяся тем, что все трое оказались на земле, и уже на земле остальные участники этого убийства добивали их уже дрючками. Была еще одна жертва в этом дворе, которая, выбежав из двора, Нисензон бросился бежать вверх по улице. Он успел добежать до дома номер 7, и там его тоже настигли погромщики и убили. Между Измайловской и Григория Виеру, то есть бывший проспект Молодежь.
Вот этот именно кусок, в основном я охватил этот погром, причем это нижняя часть, это если мы берем от набережной, это где-то 2-3 квартала, на Измайловской были задеты дома. Но закончился он, последнее убийство было в другой части города, на Скулянке, где проживало две семьи в районе Скулянки, дома которых были разграблены и убито 5 человек. То есть там отец семейства, выскочив, сумел спасти двух своих детей, а третий, когда уже ворвались погромщики в дом, он выскочил из окна и чуть ли у него на руках не убили маленького ребенка. То есть есть очень страшные подробности описания того, что это было. Здесь, на этом углу, на пересечении Свечной и Гостиной, произошло одно из самых кровавых действий этого погрома. В доме номер 20 по улице Свечной и в доме номер 52 по улице Кировской, которая проходила вот чуть-чуть ниже, чуть восточнее, погибло 4 человека. В доме номер 20 был убит Герш Булгар и Герш Лыс. А в доме номер 52 по Кировской были убиты отец и сын Крупник. Всего на Свечной улице было разгромлено 17 домов. На Кировской 13 домов. Были выбиты окна, везде летал пух от перин и подушек разорванных. Он взлетал вверх и повисал вот на этих старых деревьях. В нижней части города проживало самое бедное население. И в нижней части, вот если мы возьмем кусок современной улицы Виеру до улицы Измайловской, вот эта улица Азиатская, например, там, где погибло 5 человек в этом доме, там проживало наиболее бедное население. Там была скученность населения. Там вместе проживали рядом большие семьи. Это были мелкие ремесленники, это были мелкие какие-то владельцы. Это не были большие защищенные дома. То есть поэтому наиболее бедная, наиболее незащищенная часть населения и пострадала. Но удар был нанесен именно по незащищенному району. То есть там не было тех красивых домов, которые были в центре, которые люди могли иметь, начиная от оружия и заканчивая охраной. Итак, улица Николаевская, бывшая улица Николаевская, сегодня улица Колумна, в ее восточной части, по направлению к железнодорожному вокзалу. Она наиболее сильно пострадала во второй день погромов. На протяжении всей Николаевской улицы было разбито 37 домов, то есть разгромлено, разбито. По всей улице валялись обломки мебели, домашней утвари, одежды. Окна были разбиты в 41 доме. То есть практически здесь не осталось ни одного жилого или торгового помещения, которое бы не пострадало. К сожалению, этот район действительно не относится к исторической части города. Он изначально был заселен мелкими ремесленниками, назывался этот район Гуцулевкой. Здесь жили беднейшие слои кишиневского населения. И он сильно пострадал еще в 60-е, в начале 70-х годов при строительстве новых жилых кварталов. И сегодня он представляет, мы нашли вот только один-единственный дом под номером 29, который может, мы можем сказать, что, возможно, он был свидетелем кровавых событий 1903 года. Во дворе этого дома находится также один из знаменитых кишиневских погребов, в которых, как на чердаках их сараях, так и в таких погребах евреи пытались спастись от погромщиков. Когда погром шел 6 и 7 числа, то проходившие мимо люди смотрели, наблюдали и не вмешивались. Такие тоже были. Находящиеся полицейские солдаты не вмешивались. Было несколько случаев, когда люди вмешались и попытались это прекратить. Эти случаи носили единичный характер. Данные колеблются от 49 до 51 человека. Обычно считается, что это 49 убитых евреев, в том числе женщины, дети, и 2 погромщика. Это более 500, по-моему, 580 раненых
и более 1500 разрушенных еврейских домов и строений. То есть последствия ужасающие. Для маленького города Кишинева, где нижняя вот эта часть, по сути дела, была полностью разрушена, сметена, уничтожена. Беда была настолько велика, что город как бы по умолчанию об этом не говорил громко. Но во всех дворах, во всех домах, и бедных, и богатых, безусловно, обсуждалось это событие. Кишиневской еврейской больницы, о которой мы знаем еще с конца 18-го, начала 19 века. В больнице, по воспоминаниям ее главврача Моисея Слуцкого, в течение 2 суток, которые продолжался кишиневский погром, шла колоссальная работа днем и ночью. Беспрерывно доставлялись в больницу раненые и трупы. Всего на территории Кишиневской еврейской больницы укрытие нашло 495 человек. Сюда же, на территорию больницы, свозили и всех, все трупы. Отсюда траурные церемонии, похоронные церемонии двигались в сторону Скулянки, на новое еврейское кладбище. Когда опознавали убитых, они были настолько искажены, что настолько изуродованы их лица, что родные, когда пришли в больницу опознавать, они теряли сознание от ужаса, а опознать могли были только по элементам одежды. Потому что лица были полностью размозжены. И этот ужас уже никто не ожидал, потому что такого, опять-таки, именно на этой территории никогда не было. Дело в том, что не только люди, не только бизнес, не только дома и постройки пострадали во время кишиневского погрома. Было осквернено, разорвано 30 свитков Торы. Уже в августе 1903 года еврейская община предприняла очень важный для нее акт. Процессия в количестве 3000 человек с этими свитками Торы прошла через весь город сюда, на еврейское кладбище, и захоронила эти свитки в этом специальном гроте. А позже, когда был поднят вот этот кирпичный монумент, вот здесь в арке, в нижней вот в этой арке, была сделана надпись раввинами, в которой описывались события кишиневского погрома. И в конце эта довольно длинная такая надпись, она заканчивалась традиционным для евреев призывом встретиться у горы Сион, то есть там, в том месте, где начиналась вся еврейская история. В 1940 году, когда пришла советская власть сюда, в Кишинев, был заказан перевод этой надписи на русский язык. Они сохранились, и текст оригинальной надписи, и перевод. Советская власть сочла вот этот призыв возвращения к Сиону за сионистский призыв, и вся эта надпись на иврите была уничтожена. Это действительно последняя точка кишиневского погрома, потому что у русов
когда приехал, когда он сменил губернатора Раабе, в июле месяце он обратил внимание, что город как будто бы вымер. То есть еврейские магазины продолжали быть закрытыми, евреев на улицах города практически не было видно. И тогда он пригласил к себе раввинов кишиневских и спросил, что происходит, почему так. Они ему объяснили, что до тех пор, пока вот эти оскверненные свитки Торы не будут захоронены, еврейская община не может вернуться к нормальной жизни. Поэтому это действительно последняя точка кишиневского погрома 1903 года. Помню, когда разваливали старый собор. Это уже несколько позднее, это уже 63-й год. Когда его растаскивали, танками растаскивали его. Специально иной раз мне хочется пройтись и тут получить некий заряд такой вот ретроспекции. Нижний город. И мне так обидно смотреть, когда вот я что-то помню, где-то для меня какие-то позитивные ориентиры, они пропадают, либо, как говорится, их, мягко говоря, украшают евроремонтами, и они моментально теряют свое лицо. Это был, может быть, более какой-то маленький, компактный, уютный город. Я очень хочу, чтобы остался Кишинев 19 века, чтобы не уничтожались памятники, чтобы сохранить эту историю, эту старину. Город без истории – это как человек без паспорта, это не город. Это уже сборище домов. Сохранить сейчас мало что удастся, потому что очень много разрушено. Еще кое-что есть.